Вот, девочки, несмотря на то, что никак лето не разгуляется, все у нас холодрыга, но все-таки по календарю-то уже лето приближается. И я сейчас вынимаю летнюю одежду, летние украшения. Вот решила вам показать в розовом. Значит, вот смотрите, какая красота. Причем, вы знаете, проблема с украшениями в том, что чем они красивее, тем мы их реже носим, потому что чем они красивее, тем меньше мест, куда их уместно одевать. Вот, это современный американский дизайнер, я уже показывала. У нее в одном оттенке всегда очень много разных форм. И она мне помогала собирать. То есть, как бы вот если я выбрала такое пышное колье, то серьги уже должно быть скромные. Потому что если бы были такие же развесистые серьги, как колье, тогда она сказала, что это, не знаю, как русские девушки, сказала она, но у нас в Нью-Йорке, значит, это носить бы не стали. Поэтому вот она мне посоветовала скромные такие серьги. Вот. И браслет. Насколько вы помните, у меня есть платье, которое абсолютно такого же оттенка. Просто когда я уже купила это украшение, я увидела платье из такой же ткани. И вот у меня это такой ансамбль. Но проблема в том, куда одеть вообще в этом Париже, в котором все одеваются в крысясто-мышастое и не отличаются от асфальта. Вот. Теперь, значит, более такой скромный. Это старинный 50-х годов наборчик со стразиками, с теми старинными, с лаком. Видите, я когда-то увлекалась. У меня был такой период, когда я коллекционировала такие украшения. Потом я решила, что хватит. Шея одна, рук две, сколько можно вообще. А деньги вылетают. Я прям разорилась на этом. Вот, но теперь вот лежит оно. Опять же, одеть некуда. Но вот летом я надеюсь, что вот такое скромненькое его можно. Ну вот, а это пышное. Я тут подписала контракт на большой сейф в банковской. Вот туда это ляжет уже мертвым грузом окончательно. Это довольно известный дизайнер американский. То есть не просто известный, а очень знаменитый. Вот, и он... Те, кто знает коллекционеры, они тут же угадают по дизайну, потому что мы за километр это видим обычно. Вот, это такой вот. И я немножко внесла от себя, знаете, это клипсы. Я ужасно ненавижу клипсы. Они скользят и теряются, падают. Поэтому я купила такие из серебра замочки и приделала замочки, чтобы это носилось как серьги. Ну, в общем, в результате это так сделано, что можно носить и так, и так. Ну вот, в общем, такая красота. Но это вообще буквально там чуть ли не на коронацию, или там на свадьбу, на что-то. Очень они мне нравятся. Но это уйдет, я сегодня унесу это. Вот. И, а, да, и это совершенно современный дизайн. Это под любой сарафанчик подойдет. Это такой современный дизайнер. Видите, такое все простых графичных форм и такое малевое колечко. Но это уже совсем. Вот, так что берем оттенок, а потом в оттенке смотрим степень пышности, скажем так, в зависимости от случая. Вот, спасибо, до следующих видео.